За коррупционные действия подчиненных от своих должностей будут отстранять руководителей. Такая норма вскоре станет реальностью, причем закреплена она будет на законодательном уровне. Об этом сегодня в Сенате рассказал глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кажымжаров. Глава агентства отметил, что данная поправка появилась еще в прошлом году и закреплена в положениях о госслужбе. Согласно ей, отставка государственного или политического служащего станет возможной, если попавшийся на коррупционных действиях сотрудник был назначен именно им, либо устроен на работу по его согласованию. Теперь эта норма уже на законодательном уровне и поступит на рассмотрение в парламент. Между тем, казахстанские чиновники неохотно следуют кодексу чести. За последние 20 лет есть лишь единичные случаи. Так, в 2008 году в отставку по собственному желанию ушел глава налогового комитета Нурлан Рахметов. Тогда он заявил, что не мог поступить иначе. В настоящее время он работает в фонде «Самрук-Казына». Эта поправка была проведена в 2013 году, и там сказано о том, что если у руководителя, политического госслужащего, кто-либо из подчиненных осужден за коррупционное преступление, и если приговор вступил в законную силу, то он должен подать в отставку. Но в случае, если этот подчиненный был назначен им, либо по его согласованию, отставка подается главе государства и в течение месяца уже рассматривается.